Уважаемые братья-черкесы, очень важно, чтобы вы помнили, да, что у нас, у черкесов и у чеченцев есть много чего общего. Да. У нас не только враг общий, который пытается навязать на нас вот этот тоталитарный свой режим и власть, но у нас также и общая судьба. Мы пережили и гонения, и депортации, и геноцид, и культурный геноцид. И до сих пор мы являемся жертвами вот этой ассимиляционной российской политики, которая направлена на уничтожение нашего национального идентитета и нашего языков. Наши предки, они не приняли господство Российской империи, и именно поэтому наши предки вместе сражались во времена шейха Мансура и далее во времена имама Шамиля. До сих пор Россия отрицает геноцид черкесского народа. Она классифицирует геноцид черкесского народа как, знаете, миграцию черкесов. Да? Такое же хамское отношение у Российской империи и к чеченскому вопросу. По сегодняшний день Российская империя отрицает чеченский геноцид, несмотря на то, что за последние 30 лет убито самой Россией, да, в Чечне убито свыше 300 тысяч населения, то есть 30% населения. И мы, чеченцы и черкесы, должны защищать свою культуру, свой национальный идентитет, свои языки. И если мы объединимся, мы сможем создать сильнейшую конфедерацию народов Северного Кавказа, и у нас на это есть абсолютно все. У нас есть идеальный людской потенциал, людские ресурсы, у нас есть территориальные ресурсы, у нас есть природные ресурсы, и мы сможем создать сильную интегрированную экономику и развить наш регион так, чтобы этот регион стал примером для других и мог полностью обеспечить безопасность восточных границ Европы. И сегодня, да, Украина борется против Российской империи, той же самой империи, которая учинила геноцид и черкесского народа, и чеченского народа. И сегодня ключ к освобождению наших народов находится именно в Украине. И поэтому мы должны всевозможными силами поддерживать Украину. И в этом плане правительство Чеченской республики Ичкерия очень ясно высказалось, да, нужно поддерживать Украину, но также и правительство Чеченской республики Ичкерия всегда поддерживало и будет поддерживать черкесский народ и призывает правительство Верховную Раду Украины признать геноцид черкесов. Будущее черкесского и чеченского народов находится в наших руках. И то, что принадлежит по праву нам, никогда не поздно требовать обратно. Русский сапог на Кавказе есть оккупант. И это нужно помнить.